Всем привет, мои дорогие друзья! У нас сегодня Unreal Engine 5. Это такая в своем роде технодемка от разработчика Остапа Гордона. Сегодня мы пройдемся, посмотрим детали, да, потому что, ну, достаточно реалистично все сделано. И просто погуляем. Погуляем. Я покажу, что здесь еще можно делать. Покажу, здесь можно вот отключать RTX, включать RTX, да, то есть уже мы сравнили. Давайте пройдемся. Так, вот такие вот баки у нас. Типичные баки. Достаточно распространенные баки. Они есть практически в каждом дворе. Ну, классическая мусорка. И идем дальше. Давайте вот это вот. Давайте зайдем на игровую площадочку. Посмотрим, что вообще здесь у нас. Такая вот лавочка. Тоже достаточно реалистичная. Значит, делать тут ничего не нужно. Это технодемка, как я сказал, технодемка. И просто мы ходим, гуляем, любуемся, смотрим. Возможно, в будущем будет что-то более глобальное. Да, сейчас просто демонстрация Unreal Engine 5. То есть вот такие у нас качельки. Можем через них вот так эпично проходить. Всегда в детстве, когда катаешься, потом падаешь, она тебе по голове прилетает. Тоже очень весело было. Постоянно потом идешь, и печалька, все болит. Вот. С этих тоже печальная история была. С этими горочками. Тоже скатываешься, там какая-нибудь лужа или кто-нибудь сзади скатывается в тебя. В общем, ну, было у нас действительно опасное такое детство. С такими вот печальными железными. С печальными железными такими. Так, давайте дальше пойдем. Эти мы посмотрели. Пройдемся еще, посмотрим, что здесь есть. Давайте, кстати, вот так вот вблизи посмотрим. Выключили. Включили RTX, отключили. Включили. Ну, давайте с включенным пройдем. То есть вот такие у нас деревья. Вот такие у нас прекрасные покрышечки есть. Гиперреалистичные, я считаю. Вот, смотрите, дом такой, да? Панелька. Типичная панелька, да? Хорошо сделана. Идем дальше, посмотрим, что здесь есть. Классно, конечно. Очень реализовано. Можно так, знаете, на чили, на расслабоне иногда просто запустить. И пройтись, отдохнуть. Если кто-то уехал из страны, да, то есть можно походить, почилить, повспоминать. И немножко, знаете, хапануть такого вот вайба, скажем так. Вот, мы уже практически круг сделали, да, вот здесь такой. То есть, получается, у нас квадрат. Больше ничего нет, за квадрат выйти, естественно, нельзя. Внутри войти, естественно, нельзя. А если вам зашли такие демки, ребят, там есть еще. Я могу вам запустить, тоже показать. Пишите, сделаем обязательно. Ну вот, сегодня мы прошлись вот по такой квадратной технодемке. Давайте дойдем до конца, чтобы вы могли полностью насладиться этим вообще зрелищем прекрасным. Вот где-то свет горит в домах. Вот там уже. А, ну вот здесь, в принципе, тропиночка заканчивается. Кто-то почистил снежок. Смотрите, тоже очень круто это смотрится. Очень круто. Ребятки, вот мы и дошли до конца. Всем спасибо, кому зашло. Я просто решил с вами поделиться, потому что это реально отвал башки. Всем спасибо за просмотр. Если хотите еще похожее, пишите. Будем искать.